Закидала эту яму шишками и иглой. Все, что могла, вытащила. Ну, тут очень много еще битого стекла. Просто надо еще добавить шишек, может быть, в таком виде. Она просто не будет так бросаться в глаза, и каждый встречный не будет сюда добавлять еще мусора. Ну а так вот, что стало вокруг. Это еще не все. Там вон еще есть мусор. Я еще один пакет наберу, наверное. Вот в этот пакет я сыпала битое стекло, перемешав его с иглой, с шишками, чтобы не прорвался пакет. Вот в таком виде понесу. Такой результат. Так сейчас выглядит помойная яма, а вот так сейчас выглядит все вокруг. У нас сегодня ветер, снег, но зато гарантированно здесь никого нет, кроме меня. Конечно, много мелкого мусора осталось. Теперь посчитаем пакеты, мешки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Всего у меня было 13 мешков, значит, осталось еще два, да? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот что может сделать маленькая хрупкая девушка, 1,65 м, 50 кг весом.
Представьте, что бы сделали несколько человек. Здесь я тоже немножко пособирала мусор, чтобы добрать пакеты. Тут, конечно, особого смысла в этом нет, потому что возле дороги все равно засыпят. Посмотрим, как надолго вот эта чистота сохранится. Меня очень радует результат. Единственное, теперь остается вопрос, куда отнести эти мешки, потому что сил, чтобы нести их вон туда, вот, вниз, у меня уже, честно говоря, нет. Ну и мешки довольно увесистые получились, потому что много стеклянных бутылок пивных и водочных. Я вот думаю, может быть, совсем расхулиганиться, а то я тут вот так вот балдею, понимаешь. Совсем расхулиганиться и унести вон туда вот коттеджем, ну или дачам, я не знаю, что это, домики, короче, частные. И просто посреди дороги поставить, чтобы гарантированно кто-нибудь забрал эти мешки и куда-нибудь, может быть, отвез. Ну или не гарантированно, но хотя бы, чтоб вероятность такая была. Не исключено, конечно, что эти мешки могут привезти сюда же. И в эту же яму свалить. Надо все-таки, наверное, их нести туда, к дороге вниз. Как-то на загорбках или как, не знаю. Это тоже я тут насобирала. И пускай оно на дороге стоит. Полиция ездит, может быть, у них совесть проснется. Так, ну что, с этим надо что-то делать. Ай, видимо, все-таки туда понесу. Это 11 раз мне надо будет спуститься с мешком и подняться назад. Ну ладно, поехали, как говорят некоторые блогеры. Или погнали. Кстати, вот эти мешки, они не наполовину наполненные, а они такие же по объему, как вот эти. Просто вот эти другие маленькие, они тоже на 160 литров, но они в ширину сделаны, а эти в высоту. И у меня их вот три всего было, которые длинные, а вот эти широкие, это уже новая пачка. Ну, это так. В общем, придется мне нести все это туда же. Вот, короче, мне удалось сразу два мешка за раз унести. Иду за следующими. Потому что один мешок был легкий, он практически там с пластиком с одним. Я его одной рукой несла. А второй на себя просто завалила. Ну, там есть такие мешки просто, которые даже двумя руками тяжело нести. Сейчас подумаю. И еще два. Кое-как принесла. Пошла за следующими. Ну вот, их уже 6. У нас град. Я нашла чью-то старую ледянку, привязала к ней шнурок от одного сапога. И вот таким вот макаром волочу пакеты, потому что они очень тяжелые, иначе их оттуда не стащить. Два вот уже стоят. И надо это все вот туда же унести.
осталось на моих волокушах утараканить туда последний мешок. И моя миссия будет завершена. Ну вот, надо пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Отлично. Сама каждый раз поражаюсь своим способностям. Волокуши я тоже, наверное, оставлю здесь, как и шнурки. Потому что дома у меня есть новые. В общем, все мешки на месте. Миссия выполнена. Невыполнимая миссия выполнена. Чапаем в сторону дома кушать и отдыхать. Кстати, сейчас сколько времени-то уже? Я сюда пришла 1:30. Сегодня 10 мая, пятница. Сегодня 10 мая, пятница. 18:04. 1:30 я сюда пришла. Замечательно. Замечательный день был. Шел снег, шел град, дул ветер. И никого вокруг, только я, природа и мусор. В такие моменты. В общем, меня надо клонировать. Это единственное, что я сегодня поняла.